Сам бич, он застрял, ты прикинь, блядь, это военно-транспортное средство, блядь. Что это, блядь? Это военный грузовик, блядь, это тягач, блядь. Это не коммерческий грузовик, это военный. Это разные вещи, блядь. Хотя коммерческие грузовики тоже бывают намного лучше. Да, сейчас вот такая драба в бою будет. Сейчас мы тут такую будем. Как она называется? Правильно, да. Сам печь забыл такое. Сейчас мы тут будем пыхтеть и потеть. Я не знаю, как ты будешь вытаскивать эти пути с этого трейлера, Открывай двери. Открывай прицеп. Ты их сперва вытащи, Макс. Ты захотел трудности? Вот тебе трудности. Хорошо. Вытаскивай сюда. Проедь дальше. Молодец. У меня бутылка. Ну вот, там кран стоит, а тебе давай на кран. Маячки-то включи, у нас как бы опасная зона. Опасная работа, ведутся, маячки не включают. Ой, черт, я не заметил эти штуки-дуки. Вот тебе пути. Вот тебе железнодорожные там. Я их открепляю и увожу машину отсюда. Так. Так, та 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 та. Какой далеко?
Какой далеко? Алло. Алло. Не понял юмора. Какой далеко-то, а? Что ты рофлишь-то, а? Он рофлит. Гайс. Игра говорит, что прицеп далеко. О, найс, ворк. Так. Ну что, расставляйся это. Заводи машину. Ой, а чё это? Чё это такое, Максимка? Что это? Что это за косяки по технике безопасности? Как это такое возможно-то, а? Давай, делай нормально, то сейчас мы... На руку... Начальники приедут всякие, блядь. Проверять нам. Потом премии лишат, еще такое, блядь. Вот так стоим, все. Никаких донатов не получишь, понял? И чаевых. За то, что нарушаешь технику безопасности. Не, Макс, я не буду манипулятором работать, потому что неудобно будет. Для этого есть автокран. Для таких случаев сделан автокран. Я так понял, мы зря это все сделали. То есть вот это сейчас мы сделали зря. Я просто понял, что они сделали облегченно теперь. Потому что смотри, управление грузом. Видишь? Давай манипулятором попробуем. Хотя я думаю, вряд ли это получится. Хотя у меня сердце стоит чуть-чуть. Так, а что у нас здесь еще есть? Ближайший Мерседес, да?
О, найс. Давай подгоним Мерседес быстренько. Загрузим сейчас пути на платформу. Хочу поржать от этого. Неужели они для лохов сделали все? Ну ведь же в реальной жизни ты же не будешь так делать, правильно? Тебе же надо и... Вот приехала фура, да? Приехал автокран. Правильно, да? Вот. Все загружено. Тебе надо залезть в прицеп. Снять. Что там, застежки эти, да, эти? Руберу... Не руберу, как его. Как там неправильно называется это? Хреновина. Ну и суть. Вот, автокраном ты подводишь стрелу. Цепляешь эти рельсы, блядь. Автокран, это, он их поднимает. И там, ну, указываешь, куда ставить. И там вторая бригада варит, нахуй. Сваркой, нахуй, прихуяривает, нахуй. Ну, как бы так работает эта система, блядь. Неужели для лохов это сделали, блядь? Неужели они там... Игроки начали плакать, нахуй. Простите нам ЖД-пути, установка ЖД-путей, блядь. Пиздец, блядь. Каких нелюдей бывает вообще в этой стране? Точнее, не то, что в стране, в мире, блядь. Все им, блядь, сложно, нахуй. Пиздец, нахуй. Сколько же аутистов, нахуй. Я сейчас поржу от этого. Не, серьезно, блядь. Я сейчас охренею. Сейчас мы загрузим на платформу. Видишь, не работает, видите, да? Гайс. Пиздец, если моя теория верна, значит, так оно и есть, блядь. Сарва, бич. Так, посмотри. Ну-ка. What the fuck, блядь, в натуре, сука. И упростили работу, блядь. Для нубов, блядь, это пиздец. Я 4 года вот так автокраном делал все, блядь. И подъезжал,
выгружал крюком автокрана под это. Ну, кто видели, да, все это, как все это проводится. Блять, они сейчас взяли и все упростили. Fuck US. Средние доски, где у нас средние доски? Это, блядь, это просто, блядь, трэш какой-то, сука. Не, не, не трэш, это называется, как его, блядь? Сука, кринж, блядь, во, кринж, да, точно. Сука. Смешно, да, позор, блядь, на. Позор, блядь. Деревянные доски. А, нам средние доски надо. Средние. А где у нас средние доски? В этой вообще... Куда мне ехать-то, блядь? Здесь у нас что? Металлические балки. А, и там бетон, бетон, да. Где у нас средние доски? Я хз. Он сам забыл, да, он сам гасится. Рофл? Нету средних досок в солнечной панели. Тогда этот квест будет невыполним, потому что нету средних досок. Что? What the fuck? Серьезно? Бетонные блоки, бетонная плита, насос, выпроводительный груз. Фабрика труб. Здесь запчасти для машин. Здесь что? Цемент. Здесь запчасти для машин. Это вода. И что? И где мне брать средние доски, блядь? Кто мне скажет? Кто мне скажет? Кто мне подскажет? Бочки с топливом. Ну, только деревянные доски. А средние доски... А, погоди-ка. А вот тут какие-то чего у нас тут стоит? Кирпичи, деревянные доски, металлические балки. Ага. What the fucking shit. А у нас лесопилки-то нету, да? Походу я догадываюсь, что нам делать. Ну-ка, погоди-ка. Чтобы, блять, чтобы сделать этот квест, нам нужна лесопилка. Правильно я понял? Так. А, ну да, понятно, нахуй. Короче, блять, доступ на склад вот здесь. Средние доски у нас здесь будут. Короче, этот квест надо будет потом отбить. Считай, что я его выполнил. Вот если у нас средние пыль. Здесь средние доски. Потому что тут с бревнами большая возня. Бля, три машины пригнал на одну секцию путей. Пиздец. Ладно, считай, что я этот квест выполнил. Завтра надо будет, короче, этим, как его... Сука. Завтра, короче, надо будет с бревнами заниматься. Excuse me, так. Да, уж. У меня были средние доски, но я взял на другую миссию. Кто знал, что так оно будет? Я, например, не догадывался, что так оно будет.
Вы догадывались? Я тоже не догадывался. Так, ну теперь сюда в экспедицию нас. Цапнет, так цапнет. И у нас тут моды есть. А моды прибавились, кстати. Том-том. Да, как быстро грузится. Не то, что наша, это, блядь, снофрановская хрень. Я не знаю, где гудеть надо, а там звучит. Гони сюда свою эту помойку эту, блядь. А что, здесь еще какая-то помойка есть? Блядь, как неудобно все сделано, сука. Как мне тут тачку поменять-то, блядь? Извини за Жень. Чё так по-армянски всё сделано? Конечно, её хейтят, потому что по-уебански всё сделали, блядь.
все хорошо, игра хороша, вот, не, вот нет, надо было интерфейс, управление, все изменить, блять, вот кого вот просили, блять, вот кого? Было бы как все с Ношанами, блять, никто бы не хит, ну, никто бы дизлайки бы не ставил бы, блять, в обзорах, блядь. Не хейте, потому что, блядь, по-уебански все сделано, блядь. Да, excuse me, так, вот сюда. Что дальше делать? Что мне тут делать? Перемещение. Держит. Да, держит посылки, чистит. Да. Откройте мне гнёт, хорошо. А как масштаб менять, бля? А, вижу. Вижу, там какие-то припасы лежат на хуйне. Используйте дрон, хорошо, используем дрон, полетели. О, смотри, какой радар поставил, ни хрена. Прикольно. Оптимизация здесь должно быть изначально все хорошо, блин.
Скоро. Чё, блядь? Что, блядь? Сука, блядь. А эвакуировать его никак, да? Что ты делаешь, блядь? Это грузовик просто, че? Такая махина должна убить, сейчас спокойно будет. Кэш. Хуйню стоял. Я ебу, он поехал сам по себе, блядь. Так. Я не знаю, что здесь сканировать еще, блядь. Thank you.
наконец-то. Ничего это, блядь, давай быстрее. Нахуя так все усложнять, блядь? Откройте мини-карту, найдите, выберите. Зачем? Так, усложнять все. Файда, блядь, прошел нах. О, знаем эти мусоры, блядь. Видеокамера, маячок. А, так это за деньги, блядь. Нахуй надо. Ловушка. Так, а как его тюнить, не помнишь? А, есть вот эта хрень, платформа есть. Модульная кунг. Кунг, что за кунг, блядь? Малый кунг. Кунг, что за кунг, блядь? Вот свой борт. А, смотри, здесь прицепов нету, Макс. Обратим внимание. Ага. Кстати, да.
Кастомизация здесь убогая, да. Все очень всего мало. Модуль рампы, блядь. И только такие вот можно брать. Все. А, я понял, что за кунг. Малый кунг. Так. Возьмем его еще. Эх. А что сейчас будем стоять? Fucking shit. Якорь нужен. Нихера тут еще можно строить, Макс. Тут надо очень много денег. Вообще денег не хватает. Сука, это рухнет, блядь. Не отреагирует на эту помойку, блядь.
Нужно осмотреться. Экстремал, блядь, Максим. Не говори, блядь. Фига, здесь повреждения классные, блядь. Ну, здесь намного лучше повреждения. Смотри, пол крыши раскрывает. В крыше дырень, блядь. Это плюс. Nice work. Понял? Ага. Исследование области. Я написал, что ли? Да, точно написал. Кто-то писал, а кто писал, а, Макс, а кто это сделал, а кто все-таки это сделал, а, Максим, что такое, Дмитрий Иванович, что такое, сколько лет им? Нижние, так. Сколько лет? Сколько зим? Мы с тобой не виделись. Ну такая себе игра. Блять, она может на любителя, но Snow Runner был куда лучше. Блять, даже я могу. Даже я могу это противоречить. Не только я.
Да вот потому что... Ну вот почему я к тому, что склоню, блядь, смотрите сами, короче. Смотрите, блин, это все глюкнуло. К страницам в магазине. Вчера было очень положительное, когда я играл. Это было около 10-9 часов. Видите, смешанные. Вот сколько дизлайков пишут. Вот я тоже являюсь большим поклонником SnowFront. Ждал игру, с нетерпением. Даже купил максимальное издание, даже дабы поддержать разрабов. Но то, что я увидел, это какой-то пиздец. И ладно было бы, делал бы в графике, но тут не то, что игра не готова, а абсолютно не доделана. Это должно быть не релиз, а ранний доступ или бета-тест. Только вот брать с людей $45 за участие в тесте, это пиздец. За 2 часа игры он пишет, за 2 часа я был пойман настолько... Ну, я не знаю, багов я не видел пока что. Вот, пока мы играем уже, пока багов не видно было. Я... Ну, кстати, вот этот баг, ручник стоял, блядь, и у меня машина покатилась, блядь, как так. Я много ожидал от этой игры, но я очень разочаровался, поиграв 8 часов. И удалил ее. Жалко только время и потраченные деньги. Абсолютно пустая игра, не стоит своих денег. Не стоит своих денег. Сука, сука, на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на, на-на-на-на. Убрали все грузовики, остались только скауты и пару вездеходов. Добавили глупые мини-карты, добавили одинаковые короткие миссии. Заготовим маршрутом, сделали яркий пейзаж. Все, настройки в меню, графики, физика, даже баги совершенно те же самые. Что SnowRunner? Что-то как сказали машины. А, как сказали машины по камням, словно резиновые мячики. Так и скачут. Игра примитивна. Продолжу играть вдруг дольше. Дальше не так душно и скучно. Ну, я пока не вижу, потому что рекомендую покупки, это 40 рублей. Ну, кто-то вот, знаете, плюс оставит. Вот, например, вот это. По сути, это Zero SnowRunner, но только на скаутах. Плюс новые механики и некоторые улучшения. Ну, как-то так вот словно. Игра-то хороша, но вот, блять, вот это вот. Вот это вот исследование нахуй надо, блядь. Так. Почему это я вот ночь не могу сменить, блядь? Сколько сейчас? И время пропало, блядь. А, во. Жду его, блядь, смены дня и ночи. А вот время, кстати, не показывает. Вот смотри. Если SnowRunner было, если замечал, вот здесь вот у нас было, где Гранд Каньон написано, да? Вот мышку показываю, вот где Гранд Каньон. Здесь было время. 0, там, 6 утра, час дня, 5 вечера и полночь вроде как. Здесь этого данного нет. Что прикольно, мне уже понравилось то, что здесь уже есть разрушаемость машины. Дрень, к примеру, на моем джипе. Да. Вентиляция это. Как бы я спустился, все хорошо. Надеюсь, направление это сказать. Управление мне надо. Контроль. Да. Вибрация включить схему управления. Можно ее поменять? Или не сам, например? А как теперь назад сдавать?
Вот ты сейчас все поменял и ползил по уебанскому. Это уебище вот сказал бы. Так. У меня пистоль ЛБ. А вот это не ЛБ. А, ЛП. ЛБ. ЛБ. ЛТ. Вот это мы выпущем. И это мы тоже выпущем. Дальше это что там красный стоял? А после снов раннера это не та игра, бля. Чувствуешь себя не так. Да и это башком, короче. Косточка. А что такое косточка? Какой динозавр? Ну и чё это, блядь? Ну... Что, блядь? Давай, блядь, родненький, давай, давай, давай! О! Сейчас до туда доедем и нахуй, короче. Что-то я пока не хочу играть. Пока не пройду 12 сезон, я сюда ничего вообще не хочу пока заходить. Мне осталось 6 квестов, блядь. Точнее, уже... Не, 6, да, 6 квестов. Я просто зашел, чтобы я обзор сделал. Обзор сделал, все. Давай, не ок! Не ок, блин! Мазафака! Давай, 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 сорва бич, мазафакер, щет, мазафак. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, сука, ну, сука, у, блядь, му, блядь, все, пиздец, нахуй, не заехал, блядь. О, ебаный рот, нахуй. Fuck US. Давай, 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 давай. Jesus Christ! О май гад! Давай, сука! Вот так вот, блядь. Мерседес, он такой, да, он вредный, блядь, но когда он захочет, он все сделает. Ой, блядь, что это? Fucking shit! Что это за... Что это за паркур экшен, блядь, был нахуй? На джипе, нахуй, блядь. Что это? Извините, заражение, осуждаю, осуждаю. Как многотонный джип не может сломать кактус, блядь? О, сломал. Блядь, 24-й год во дворе. Ну почему нельзя делать более качественную игру, блядь? Сука, блядь. Как это раздражает,
Понем, так я понимаю, здесь открытого мира вообще нет, да? Или есть? Что-то я не могу понять. Здесь ни вышек нету. Ничего нету. Пустой мир. Много ты увезешь на нем, да? Я тут там живу. Но даже кузова нет. Поехали на Ниве. Поехали на Ниве. На Ниве, сука. На Ниве, блядь. Я водитель в Ниве, нахуй, короче, блядь. Мне не страшна ни грязь, ни скал, сука. Ну, как страшно, блядь. Это же по факту раллийная машина, да? Значит, она эту грязь должна вообще как бы, ну, как бульдозер. Сейчас мы закончим уже скоро, сейчас осталось чуть-чуть, блядь. Ящик с обрубой не заберу и все, пока. Я пока не готов в нее играть, потому что мне надо... Как это называется? Скажите, я скажу вам. Мне надо настроить, вон. Я пока реально не готов, потому что я прохожу Smurf Runner, мне надо закрыть его. Сука, камень, блядь. Главный враг этой игры — это камни. Всё, остальное. А, я пеньки, пеньки. Пеньки. Сак, еще. Почему-то мне кажется, Нива лучше Мерседеса, или мне кажется. Это же отечественный автопром, сука. Да, было бы повышено еще. Все, я понял. Вчера себе. Как-то уял он, да? Он это так и снимал. А почему шины же можно проткнуть с помощью кактуса? Сакс. Что надо забрать? Ящик с оборудованием, да? Это херовина. Хероборова туда. Что там дальше делать?
А, ну это изи. Вот, как приехал, так и уехал. Я не знаю, здесь как будет. Все кнопки курил. Вообще. Серьезно? Буксовка, видишь? Не знаю. Ну-ка, стой. Ха-ха-ха, я не сделал. Ворот он. Оу май гад, щет. Это было жестко. Рей? Сука, многотонный грузовик, какие-то грузовик. Коряшку сломать не может, блядь. Позвольте, блядь. Веточку, блядь, какую-то. Пиздец. Ну же, мёртвая, блядь, дерется. Сука, блядь. Ты crazy sucks. This is good. Что там было красненькое, я сейчас топливо заканчивается, ну чё? Машины лопнули, колесики лопнули, what the fuck. Сука, без колес, блядь. Где здесь памятка, я хочу почитать кое-что. Хорошо, вот это что такое? В раскрытой панели управления подкачкой шин вы можете управлять давлением в них. Ага, вот такая. Чем она ниже, тем больше получится соприкосновение колес с поверхностью, чем позволяет вам более эффективно передавать любые препятствия. Alright. Однако уменьшает скорость вращения колес, что снижает маневренность и повышает расход топлива. Ага. А также при езде на повышенных скоростях повышает риск повреждения колес. Ага. В такой ситуации у колес появляется индикатор их состояния. Если индикатор станет красным, то колесо получит урон. Ага, вот оно. Сейчас я получил. Примечание. При открытой панели управления подкачка шин автомобиля активируется ручной тормоз. Вот так. Рискованно ехать дом дольше 100 метров.
Очень рискованно, очень рискованно. Как на шоссе, ой, моя. Не знаю, как его разогнался, но до 50 или там точно. Все, что ли? Это вся миссия? Ну, серьезно, что ли?